Всех приветствую на канале Дорога Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова, улица Танкиста, первый магнитный проезд Чапаева, да, Шелковичный, Чернышевского практически доедем. 19 сентября 2023 года. И, как всегда говорю, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Где кому как удобно, все как обычно. Проедемся сейчас по первому магнитному проезду на Чапаева и посмотрите, что изменилось, что не изменилось. Когда я показывал два года назад где-то я показывал Чапаева полностью так же. Следующие сюжеты будут про Энгельс, потом на велосипеде по Саратову катался. 48 километров накатал 23 сентября, тоже покажу отдельные части покатушек, что не показывал. Пишут, что Саратов там старый, что застройка такая, да, старый город Саратов и частный сектор, это все есть. Но где, так сказать, новый спальный район, там, конечно же, вид другой. А старые улицы во всех городах – это неотъемлемая часть этих городов. Куда деваться, если это старые районы? И кто пишет, что там так плохо, все это, ну, пардоньте. Идет потихонечку, со мной меняется все. А частный сектор, он тоже потихоньку уходит. Так что все меняется. Такой был день хороший, да вообще денечки пошли жаркие, даже 25-26. Здесь у нас выезжаем на Чапаева, здесь у нас главная дорога, имейте в виду, вот знак есть, который некоторые, смотрю, иногда менжуются, пропускаются. Ну вот и Чапаева, смотрите.
Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Это Ленинская площадь у нас. Площадь Ленина. Бывшая. Всем пока-пока.